16. Все, онлайн. Я просто зараз зацікавлю. І це те. Да, вон, 30 за карту. Ми прийшли саме стартанути проєкт. Ми по класиці.
Да, потому что сейчас многие очень низко. Чтобы просто постилковались, а сейчас вот так вот. В составе даже нашей финансовой недели было в среду 41-я битва стартапов. Сколько? 13 стартапов было, зато людей почему-то там 400 человек. Сколько выжило? Приходите. Так ну как-то можно. Я был на 40-й битве стартапов, попытался внимательно слушать. На это я пошел, но не слушал. Борется стартап. Умный замок, как-то там по сим-карте, в общем, короче, пацан я запутал, ну да, условно, ты подходишь к двери сама, распахнулась, если ты ее хозяин. А против него стартап канатной дороги, ну, настоящий. Это даже не стартап, а проект. В каком-то городе Украины, который считает, что они садят туристами и говорят, не пить раньше. Да, дайте 1,2 миллиарда европейских денег. Конкретно вопрос, говорит, вы же в государстве выделили, сидит Сорока, ты говорит, еще не выделял, я меньше реинвестор. А, ну вот мы знаем, а это помощница мэра этого города приехала на стартап. Канатная дорога. Там, ну сколько это километров? Что лучше? Умный замок или канатная дорога? Должен голосовать властный баланс. Видишь, у нас так и нет. Это мне недавно показали Comedy Club. Аналитику. Говорит, что вы думаете о конце света? Ну, смотрите, вот там вот пришли, а потом, 8 из школы ребенок приходит, говорит, слух-то красный. И ничего не знает. И так и не сорвали. Я просто, разрыв башки. А хакатоны краще дивились в Беркли, мабуть, від Центрану до Сан-Хосе. Там вище нужно тусуется, там нон-стоп. Хакатон на хакатон. Ничего, сейчас выровняем ситуацию. Да, у нас тут будет краще. Сейчас это Артем Корявка, с которым мы первый хотели стоять в стороне, он сейчас в Кривоморке уже команду собрал, сейчас там открываем коворкинг. Именно технически такой, как был первый Hacker Space. Сейчас он еще опять Киев подтягивается. Он просто вот после вот большого стартапа, который был, сушили 2 миллиона евро, ну там на разработку миллион. Мне нравятся ребята только одним. Эконом-маркетинг. В них столько вкладывают, а на рекламу нет. Ну, считаю, что вначале ноль потратить. Вот это я всем рекомендую техническим стартапам. От коли я піду на такий рівень, я візьму їх піар-агенцію. О, а з піар-агенцією сьогодні був чоловік, інститут маркетингу. У нас інформаційних спонсорів, посмотри, там это, інститут аналізу і чоловік. Это дядя Ярослав. И он политиков выводит на уровень, и им тоже комментировал, как это сделать. А відповідаючи на ваше питання, чому нас буде краще? Тому що в соціалістичній штаті Каліфорнії всі занадто багато зважають на державні регуляції, а у нас тут буде по-другому. Тому всі підприємці, які приїжджав сюди, сиділи в ресторані, ми хочемо переїхати в Київ. Київ, приїжджайте. Тут в 10 разів дешевше. Тут тусовка як мінімум не гірша. І є де припаркувати. На відміну від Сан-Франко. А в Сан-Франі? Ну там так. Ну. Там краще подивитися в Сан-Франциско. Там 700 тисяч поселок. І нема достатньо. Так, тим більше швидко доходиш від океану до центру, там барки, поїхав, поїхав через оцей, через місто. А ти поліч на північ? Мене поліч тільки ось по полуострові носило, а на північ вперше я... Я всюди їздив. Так що нам треба жорстку програму по тому, щоб люди приїжджали з старого. Як Колодюк сказав, коли Шойфу предвідкриття діла? Він говорить, чому ти всі стартапери, поки молоді студенти, ти так не думаєш, що є, зараз послухає, потім скажеш, думаєш, що думаєш. Він говорить, думаєш, що приїжджають в Каліфорнію, самоліти виходять, з одної сторони, чорний галстук, і хвістер, і чемодан, а з другої сторони, дівчинки.
бикини, короче. Там что, инвесторов чемоданы бикини, что девушек, вау. Ну, да. Почему-то да. Прикольно. Особенно в долине, особенно девушек, да. Представление. Мы не рынок быта, а мы о состоянии разработки. Вайбер где делают? В Минске, чем в Израиле. Ну, в Израиле, а как это? О, да, по легенде, насколько для меня легенда. Я понимаю, вы еще по свету власть. В основном я дуже маленький, дуже струнненький, але сбоку. Без чорного підвика і без валізи грошей приблизно 100 років. Я дивлюся на грошові потоки, які породжуються, і вже сам факт доступу до інфраструктури сполучених державних, яку я абсолютно не ідеалізую, тобто можливість писати в їхньому середовищі, в їхньому. Ви ж про марку, про рекламу. Тобто це те, що людина пише природні мови, навіть інтерфейс, я тільки про інтерфейс. Це вже плюс. Ми працюємо в глобальній кіношці, ми тільки живемо. І основний наш товар, я не знаю, який твій, а у мене цифровий. Мені все одно дуже. Я можу однаково успішно працювати, що з Києва, що з села 30 кілометрів від Києва, що в Іспанії, що в Нью-Йорку, що в Сан-Франциско. І в той момент, коли мені, у мене компанія в Штатах, тому у мене є доступ до того ринку. В той момент, коли мені треба експертиза, коли мені треба експертиза, я посідаю на літак, А маленьких желтеньких человечек. Их чуть больше. Как у них? Вот у меня знакомый китайский, здесь он 20 лет живет. Миллионер, скорее всего, на уровне правительства сюда инвестирует, понятное дело. Но вот он просто, он уже так нашу ментальность понимает, что ты по-нашему не радуешь. Он говорит, как там, говорит, сахой стоит, играет в кишечник провисеет, копается, и же там сумасшедшая конкуренция. И он говорит, копается. О, булавку надо вот с таким этим, потому что будет лучше. Он говорит, там, внутреннему вечером вечером, да давай сделай булавку. Тупо по одной булавке каждому китайцу продал, еще сапу не успел вырвать из земли, а уже миллионер. Поэтому рынок. Ты думаешь, да я могу. И большой. Дистрибьютор peer-to-peer кредитование будет основной рынок. Я догадался. В китайском на ринку споживання, тому там можна продати більше відповідних продуктів не тільки тому, що ринок, тому що має авторитет стандартної міри стратифікації споживчої поведінки. Саме тому в Індії також Китаї є, а в Індії там поліморфізм. Хоча в Індії теж. Где Android 7 запускают? Стоп. Скажите внимательно. Стоп, стоп, я 7, у меня 6. Ты почему 7 запускаешь? Первое будет скрывать. Еще тебе треба продать миллиард идентичных штук. Тебе треба идти не в Индию, тебе треба идти в Китай. Ой, у них миллиард экономика подскочила. На 10 миллионов можно разработать. Сейчас, конечно, он считай просто помогает, что же чем идти. Ну да, сказал. За прогнозами, зараз все зміниться, тому що населення в китайській народній республіці вже зменшує, приймаємо участь, а так вже вони досягли максимуму. Тобто вони до 2 мільярдів підійдуть, уменшиться на 100 мільйонів. За прогнозами, в 2600 році, я в Кубані давав. Майже вдвічі. Вдвічі зменшується населення. А в Індійській республіці, ну, зрозуміло, є оптимістичними, є різні прогнози, буде зараз понад мільярд, а зараз це
взагалі 900 за онлайн. Обов'язково за. Вибачаю, що я на цей, мені кожного разу в долині це кажуть, що блін, скільки можна тонці картками обмінюється, а я постійно їх забуваю. А я в мене є на співсотні з собою, але я вам так напишу. Від руки. В одному стилі, так? Так, заведемо і стандартний процес. Запишіть. Ні, ну скільки можна. Якісь реклами, дайте це. А у нас щось є? Ну, ви дуже потенційно. Стараємося, це вже нічого, щоб воно появлялося. Це воно. Нам допомагати не розбивати. Тільки ми готові. Мені ж охарактеризували. В принципі, можна самостійно приходити. Звісно, розмов тут все буде. Сука, це тон. Мені вас львовська так тон подавався, поїхав не те. Приходять три сіньора, дуже крутих львовців. Просто вже такі жирок. Що говорять? Мислить ноль. По пятерику дело зарабатываем. Берите наш, кто хочет. Сидит пацанчик, первый курс. Висит прикольные идеи. О, пацаны! Прибежал к ну, пацаны сказали, что... Смотри, он так слушает, выкатывают с утра на айфоне. В этом интернете. Графика, один мужик, и два жалюзи. Список. Все красиво. Капец, я говорю, честно, говорю, ну как, давайте мы этот просто проект за мэрию записываем, ну просто, ну плавно, все, там уже цветочки вырастают, начинают продавиться, я знаю, что капец, ну не просто то, что только уже там, а и там сервисом хозяйства, все уже там уровень, а и там политиковый логотип, чувак, просто чувак и махнул, все, уже логотип, все, время потянуть, смотрю на айфоне, 200 через 2 часа, а был трехдневный кайф, словами до воскресенья, просто, базы данных как? Блин, стоит денег сейчас. Он ну, короче, забил, все. Сайт у нас не дуже, але у нас продає не сайт. У нас сайт абсолютно не продає. А як, яка харизма через інтернет? У нас половина проєктів відбувається, що клієнти нас взагалі не бачать і не чують, які практичні результати. Це закажіть, я вам зроблю. А що, що було, ми і так можемо взяти якийсь там шаблону настійкової туди заляпати. А зараз? Але, ну, хто-то ж шаблону є. Ще раз, у нас зараз, у мене бізнес, вузьке в іншому. Вузьке місце в іншому. Вибач, коли я втомлююсь, я починаю слова всі на купи, щоб менше розмовляти. Зрозумів, так? Тобто у нас вузьке місце не в продажах, у нас так, ось по розробці, ми служимо пісні за рахунки, а в організації розробки і найму. Я знаю. Просто ми не можемо подати. Просто ми це знаємо і міряємо, тому тут моя команда знає, що я тільки пишу. Як? Коли дістанеш? Перевага а у вас ви дійсно, ви хоче розробку? Я сам є, це ж наш підход. Я думаю, ви знаєте, що це підход, але це
не ваша сильна. Я маю вообще не сильно не рад. Я знаю, что твой код, я могу пешим пиром забрался за пару недель, как он готовский. Я не кодер, не рад. Я так вижу, я там 2-3 десятка скриптів написав, что я вам делал. Так? Ни одного я писал. Местами меняю. По шаблону. Если надо. Ты думаешь, что большинство программистов працює інакше? Я на пайплайні намагався донести цю думку, що у мене стандартизоване тестове завдання на входи, а його виконували вже там, скільки казав, 2000 разів. Ось, я знаю вже всі, і всі беруть, і о, я бачу три знайомі слова, погнали. Там, бум. Ой, як це у мене тестове завдання закінчилось? Як треба було прочитати документацію? Яку документацію? Оцю? Блін, ну ви ваще. А код писати коли? І от таке. Бачимо, що знайоме, і давайте лопасити тут до його. Проблема, я 3-4 дні тому мав. Зараз маленьку себе команду. Щоб той код тут просто метр 90. У мене є фірма, у мене є 90. Ну, сейчас песню еще.
чуть знаєш, думаю, орієнтовано на то, чи інше, можливо, чим ми зараз справа, так? Одна сцена, одна голова наліза, може, тут не треба, що третій, второй? Я знаю. Саму тому ми почали з зараз, а трьох, такі візуальні краски, і з ноутбуком роблять. И у него осталось дальше, что если пойдет так, то он на машине закрывает, короче, пробка, на беседе, вот так, что было. Слава Богу, что не было, это человек отдыхал. Ну, черик, это очень быстро, цикал. Только там, что бегали мимо его черика, били с накладками, короче, по стеклам, там крыльки сижу. Хорошо. Оно тонкое настолько, что он не разбивал. Ну, в свой час мне доводилось можно находить причину, для чего встать и начинать руку. Я где-то свои. Ну вот, вот за этот рейтинг упал. Девчонки хорошие правила. Microsoft. Да. Вот. Іноді технічно не дуже вони знають, про що треба. От. Але зараз у стільки не подобно, вірні, було б більше часу зробити. Потім за сьогоднішню ночь пробуємо. Так зрозуміло, я кожна ідея. А вот команды сейчас опять же убирают, конечно, у нас не надо. Вот, и я вот за год просто ничего не делал, только правил. Первый проект, я там разработал наш проект, я выступал в форму, разработал. Поэтому питание мы решили, в том числе. Да, потому что там, во-первых, мало денег, уже не делал открытие. Вот сейчас, знаешь, мы уже на ворту, сейчас на башню поспели. Начал уже заступать. Не сел, нет. Я буду шукати солістів оцінки кредитних поворотів. Працюємо на кредитних поворотів. Все, це теж компанійним ставити. Та продаж, а люди вставляють. Я знаю, так, в нас теж є справа. Не хлопало з чоловіком, бо він поки не наголосив. Я не знаю, Ходив, переслідував, включився. Ну, монетка упала через там три. Із Москва сьогодні людей там відправляють. Не просто фахівець побіжає на дорогі розповідає. Два місяці, яка плата. Хоча як би про гуманітарію. Довгий маршрут, але достатньо швидко. Девушка, треба занести слово постоянно, каждое утро. Не больше, чем на мы не знаем, навіщо це вам потрібно. Сейчас офігенна вещь. У нас дашбордов там було нормальний бізнес. Артемом менеджери, всі менеджери, там хто кому Очередной крутой продукт со Сколково. Не, ну извини, не все Сколково вообще бывает, это все-таки
деньги, ее топом, например. Вот и плюса, я его в руках держал. Это ты знаешь, да? Я зараз власне дочка машину покупаю. І я повідомив думку, я вже не робочу достатньо. Чай, чекав. А це сколько вийшло? Інтегрюється всі чатки з флагом. Я бачив, але там я сам не наважився. Ми зробили кого. О, так що, QR-код вже додали. А ці я підтвердження слухаю, що ні? Так, ми ж лякаємо. Окей, так. Це задача на завтра. Так, встав і відійшов. Сейчас, я покажу вам продукт. Ну, если останутся кто-то ребята, то я буду всегда. Не, ну я розумію, але такі, щоб вже очі бачили. А я, ну, я сам собрав. Я готовился к этому цілу неделю, не спал. Поэтому на завтра я буду 5 часов, не через спать не буду, я буду в бою. Так, ну, завтра будеш? Да, на 9 можете уже все приходить. А там пишуть танкова кава, за що таке? Це просто пишуть. Я буду не раніше 12 дещів. Щас прямо тут. Я прошу ритуал, промову. Каву у нас только там пьют, і там просто будуть эти. Я прошу не на цьому. Тобто, просто так, утро. Ні, ми не пишуть. Просто те, кто, например, остаются и с утра холодные, круассаны будут теплые. Ну, то им, тогда им, давайте я вовремя заберу. Вот, и сейчас мы говорим, что такое палочка, ее пришивать как гамашка, и когда ты приезжаешь, ладно, не прямо. Закрыл, и теперь, если еще человек хочет ко мне сбежать, хочет это, ну, так классно, а будет такой тук-тук, он не может попасть. Артём, привет. Ты на месте? Артём? Артём. Так, рыбом под Макс. Ну, плюс, короче. Ладно, пока что. Я не знаю, что будет дальше. Продукт сейчас очень плотно по Фейсбуку. Сококо. Но само по себе, я вот не знаю, работает ли оно само по себе, оно интегрировано с флаг. Вернее, это автономный продукт, я его установил. Флаг до 15 человек. Да, до 15 человек из флаг. Артём. А Макс закрыт. Да. Серьезно, включаешь камеру. На Макс нажимаю кнопку. Закрыть, я понял. А конференцию если устраиваем, забегаем в комнату. Ну тут мы 40 делаем. Любую комнату. Вот моя комната. Я появляюсь в ней, когда загружаюсь. Потому что компьютер автоматически. Вот мы сюда начинаем, хоп, камера сильно. У нас была проблема на компьютере, нам нужно было у нас часть была команды. Там дизайнер внешний и все остальное. Мы с помощью НАТО, потому что он был мало, в спингаусе сделали 15 человек с видео. Да. А так только 10 убежал. И скайп только 10. Тогда было, не знаю. Сейчас не знаю, что. Вот. И тогда не мог. Здесь пока нет. Я не знаю, какие есть ограничения, честно. Но у меня такое ощущение, что у них воспринимается нагрузку важно. Ну, между своими компами. Здесь там где-то. Ну да, да. Если они вот это на биг дате такой сидят, это реально. Артём! Артём, привет! Артём! Да, ну вот видно, тут видно, а он зелененький, но у него микрофон включен. Вот я смотрю, если микрофон выключен. У него сейчас микрофон будет. То есть я знаю, что значит его не закон. Раз он не отключается. Ну, мы с утра попили. Была комната, была другая, немножко меньше комната. Ну, вот самое большее я видел где-то 17.
Вдруг собрались, все там грубили, скалы, бежали. Что делать? Вот это на что можно люди жаловаться. А, нельзя хороший человек. Ну, у нас в стране вообще 40 человек, а он тоже странно бежал. Потому что уже заинтересован. Тут пасынки собирают, следующий раз. Вместе работать, пожалуйста. А так он старает. Сегодня юрист, который переходил для ЧПС, говорит, что у всех шумов и листьев тоже нашел. На кончиках пальцев 8 мир. Я сам в шоке. Я понимаю, что мы в этой технологии. Я ее пользуюсь. Я постоянно в шоке. Я постоянно в шоке. Что меня немножко пугает. То есть, когда ты говорил, большую часть самой серии в мире, сейчас даст людям качественный продукт, но люди и так сейчас между собой, ну, для старшей дочери, как проводят. Прохавала, так что скорость. Я гулял в свое время в таком. Погорел, убегал, ну, там, прекрасно делал с мордой. Мы с тобой будем друг друга видеть. Ты у себя дома, я у себя, мы вообще общаться перестанем. Вот это. Заборчик. Да. Это вот.
ну, так это, пока мы не слабо. Нет, мы к этому идем. Сейчас он главный. Заги Real World, или как это? Мир, проект Мир. Вот, тоже супермаркет. Тоже там на супермаркет. Ну, прикольно, сейчас надо что-то пробовать. Короче, ты проходишь, картошка себя возьми, собачка тут есть. Лимоны. Все, описание, это что-то можно. Она пошла в церковь, и у нее там первый уровень.
Сейчас пытаются, чтобы мы могли
А я хочу будильник, это будет популярно. Если бы был молодой стартапер и без детей, я бы себе заказал чисто по приколу, я приклеил. Видел это вышли камеру. Видели? GoPro? Не, не GoPro. Типа Google очков. Только вот эти лыжные сверху, они продаются на или в автомобилях. На днях попробовать на автомобиле, там типа они проекции. Ты едешь на Лондон на возле Петро? Семерку не возле Петро. На Жулярку. Семерки это или Петро? Это не с первой. Сейчас я готов пролетую. Так, курсы технологий. Не отвлекаемся. Вот. Я плачу. И это офигенная вещь. Вот это круто. Все, в машину ты едешь, и у тебя создается впечатление, и так опять ощущение, что это там типа в 5 метрах от машины у тебя висит спидометр и навигатор. Просто секунду. У Lexus это было в 2006 году. Да, но это. Почему оно пошло там, в серию? Потому что это нормальный юзабл. Да, вы не сможете. А ролик видел, как ты забываешь, едешь, там не только, короче, показывают, а то... Тики повесть, типа, да? Сейчас. Вот этот концерт, который они хотят выкупить. Блин, я тебе буду. Короче, во-первых, в том, что у них всякие технологии называются, да, у него вообще достигли все. Он едет, а на видео, что мы не пошли велосипедист за горой или камень, потому что там он сразу стекле, опс, сквозь гору показывает предварительную проекцию виртуальную. Что там камера, хоп, сама замедляет, ну капец. И это они собираются выпустить. Да, да. Начало работы. Они же уже выпустили, они сказали, мы выпустим ткану машину. Помнишь? Есть концепт, есть фильм, который скрыт, она же физически существует. Бои вообще больные. Они выпустили Wi-Fi. Wi-Fi в Microsoft языке. А из речи с тепловым насосом. Тоже смотрят. Я забыл. Ну, там на лёгке стоит i7. Это тоже? Я хочу на i3. Просто так. Это надо. Пойти проехаться, чтобы мечтать. А я посмотрю, скорее всего, на там что такое i8? Есть же i7? Нет, i8 всегда. Я
40, 12 сейчас можно. Я помню, что 40. Это же газета за газетой, плюс 5 добавляет. Для ну не важно, главное, что если ты это... Я пробовал тест. Я пробовал тест. Легкий, самый зарядный, который перенумерирует. Очень странно потом. Он ее купил, знаете, он продал Америку 550. Он же в другом банке работает. Он на Сургутском море полностью для вот 7 этих метров, которые я выполнил, то, что мы приходим, кто-то идет, чтобы 10 принял. И внизу снова встал. Вот. Купил соответственно, потому что я всем слышал, что спину тебе надо, ну, подпутаться, приехать и так далее. Будет держать, буду. Но я всем сказал, купил сам, 3 метра. Я на этом ничего не зарабатываю, мне легче работать с ними, когда у них тест. Проехал. Все. Берешь их. Честно, вот если даже адекватно. Динамика, да, хуже качество. А потом еще раз берешь тест. И смотришь внимательно на материал. Пластик, блин, не дороже для этого. Это не Лёха, но там посмотри на пластик. А все же сначала да. Там, а вот потом... эти ручки, которые выдвигаются, они что-то да. А потом осень. Ребята, ну, Саша, короче, вот этот парень проводили. Все, проводили, короче, на Левобережье, плюс, чтобы что-то скидывали, чтобы скидывали денег на день взял. Туда поехала, приехала из Кархана. Я понял, что это гибрид. 30 литров топлива. Стоит вот такой, если кто не раз, кстати, перед Евразией периодически стоит. Да, бордовая? Не белая. А, это бордовая, не белая, это спортик 8 литров. Поставьте девайс. Чего? Саша Янукович. Получаем картину. Стоит на 5 евро. Следующий это американская контора, которая испокон веков выпускает кабукары, сделала мускул коллектор. Я сказал, вот ты стать динамика. Чувак говорит, ну что после этого теста? Я говорю, я понял, что реально, чем потребствовал. Так у него с одной стороны зарядное устройство, 1000 километров на телефон. На Москву и на 30 метров доехал. Это экономика. Там чувачка под 3 метра кнопки есть. Говорит, какая крутая тачка. Я понял, что... Я пошел. В свое родное BMW. Пусть оно бензиновое. Я думал, я поработал. Хорошо. Над этим надо поработать. Определиться. Отточить надо пич. Пич и ковка. 5 часов, да? Классно. Хорошей ночи. А, и... Везде вижу кофейные стаканы. Я уже сказал, их стало значительно. Водяные. Кто? Вон пластиковые стаканы. Я не знаю. Вообще. Пацаны, кофейные стаканы. Чайные. Я что-то выжрать не а тут такой звук? Со стороны такой звук, ни в жизни не скажешь, что они виртуальную реальность. Так, сейчас стакан себе. Мне нравится, как она славит. Так не сразу. Ачим, который говорится в этом же, который владеет. То есть компрессор стоит с пауэр, вы какие в нашей группе запиляете? Это может быть X-Rift. Я не знаю, что это. 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 Я не зн
там походу теж доповнена реальність, тільки там більше сука ігрушка. Короче, ми так поворожені з групи, і, короче, Все, досвід. Я зараз
Я скажу, как
Thank you.
рятування. Інвестування то буде інше. Рятування буде зміни. Що, шановні глядачі, на сьогодні ми будемо припиняти нашу онлайн-трансляцію, тому що я теж хочу покодити трошки, хоча б ввечері, і мені треба мій ноутбук.
Тому, якщо вночі щось буде, ми ще потранслюємо, а ви зможете подивитись повторі, або завтра зранку ми стартнемо і продовжимо цей івент. Лишайтесь, приходьте.